Привет всем, друзья! С вами Михаил. Продолжаем проходить Dark Souls 3, 14 серия. Ну и, ребятки, надо затушить, в общем-то, три пламени здесь. Сколько я мучился с этим прохождением. Там мои души валяются. В общем, если идем вот прямо, где костер вот горит, как вы видите на видео, да, прям на уровне шлема. Потом поднимаемся вот сюда, тут печка. Тушим. Одна печка находится с прошлых серий в той стороне. Ну и, собственно, тушите три пламени, да, вот и откройте что-то там. Ну и, собственно, тут такие косяки. То, что реально я такой замедленный весь в хлам. Меня убивает там одна жесткая какая-то. Я не знаю даже, как ее назвать. Гаргуль или кто она там есть. В общем, игнорирует твой щит. Как бы ты ни стоял, хватает тебя, прыгает тебя, убивает. Плюс еще Хейзел. Желтый палец нападает. Ну, я снял всякие ковенанты, но их нафиг. Таким прохождением я так долго не уйду. И буду чисто записывать одни фейлы. Поэтому попробуем с этой стороны. Сейчас посмотрим, что тут есть. Отравление мне не надо. Немножко пофармим, посмотрим. В этих, скажем, стадели, вот на этих болотах, да, очень много новых монстряк. Ну, монстров я имею в виду, живности, фауна, флора, все дела. И непривычно, не понимаю, как против них еще воевать. По сути. То есть какие-то кикиморы тут своего рода водятся. А, ну вот она, в принципе, вот она, печь первая. Если мы пойдем туда, вот, где я показывал, по костру, там вторая. Ну, там такие кикиморы прыгают на тебя и, в общем, убивают. Давайте с вами все-таки продолжим, наверное, я думаю, отсюда путь. Да, плюс ко всему, там на болотах есть такие лягушата, которые взрываются. То есть ты идешь замедленный. Они еще подбегают к тебе и умудряются взорваться. Поставил я пока меч Лотрика снял. Ну вот, да, типа того. Меч Лотрика снял, потому что там заточки поменьше, урона пока поменьше. Можно как-то бягу выпить? Спасибо. Все-таки физурон-то нормально решает. Я как-то отходил и жопой на костер вставал, поэтому огребал. Хороший удар получился, хороший, мощный. Мощный. Так, тут печь мы тушили, да, тут все хорошо. Следуем пока хотя бы с этой стороны. Потому что тут как бы, ну, я считаю, попроще. А, у тебя продолжение удара еще идет. Так он еще умудряется, короче, выносливость сбивать. То есть вот этот удар с ноги, он сбивает выносливость, то есть бьет по щиту, дабы персонаж раскрылся. Милая смола. Так, тут у нас ничего, да, находится. Давайте потихоньку. Там мои еще души, сколько там, 8 тысяч душ лежат. Так, тут я помню, рыцарь был какой-то. Ронял. Да, ролик я, наверное, думаю, вначале вставлю, где второе пламя я тушу. Видите, да? Да-да-да, вот именно ты.
Вот та самая кикимора, которая, ну... Вот, друзья, вот. Я вот про это говорил. Я прям не могу с них. Это вообще, это жесть. Это просто жесть. Не могу я их пройти и все. Вот прыгают, ты скачешь, прыгаешь, уворачиваешься, блин. И все, и начинается все сначала. Сейчас попробуем добежать. Я там ставил же арбалет, попробуем все-таки как-то с арбалета, может отстреляться. Сейчас немножко отрава пройдет у нас. Напрягает, напрягает. Подожди, подожди, ну подожди, ну куда ты цель-то ловишь-то? Отравление. Хорошо. Так, назад, назад. Подожди, почему я не ударил? Я должен был ударить тебя. Вот эти вот бесстрашные, ну как бы, эти не страшные, да, на самом деле. А вот страшная вот та, которая прыгает и, блин, это, я не знаю. Если опять зафейлюсь, ну это будет прям труба. А если попробовать ее с дальней дистанции? Ну-ну-ну-ну-ну, нет-нет-нет-нет, сфокусируйся ты на ней, та, да что ж ты будешь делать-то? Дай фокус-то по ней. Вот-вот-вот, я про это и говорю. Отлично, отлично. Кушку нажимаешь, в общем-то, а к чему? Кушку нажимаешь, и у тебя фокус ищется какая-то другая совершенно цель, не та, которая нужна. Это немного так вымораживает, то есть так, ты стараешься как бы в одну, да, фокус дать, а тебя переносит на другую цель. Хорошо, расправились. Так, ничего мы там с вами не видим. Покуда ничего. Давайте разгребем. Тут какой-то тотем. Молилась. Наша кикимора. Осколок титанита. Так, если я туда далее пройдусь, там ничего не будет. Опа. Опа. А там еще какие-то здоровые твари. Они, кстати, возле второй печи стояли. Я вам показывал. Точно такие же. На болоте. Так я с этими не могу еще толком справляться. А вот она, кстати, и третья печь. Да что ты будешь делать? А ну-ка, надержи. Нет тут никаких больше опасностей-то. Кто-то хрюкает, я слышу. Пурпурного моха, комок. Но это, видимо, от отравления. Давайте с вами зажгем еще одну печь. В общем, цитадель Фарена надо искать. Надо... Ну, то есть искать. Надо проходить, надо тут лутать все. Исследовать. Местность-то интересная. Может быть, оружие неподходящее. Вот я сейчас взял стандартный клинок, который менее веса еще дает. Но больше заточки. То есть клинок Лотрика, безусловно, по мне как бы лучше, да, там и крита побольше. Вот. И урона можно, я думаю, вточить больше.
Но пока мне не хватает осколков титанита, чтобы это все сделать. Арбалет бы тоже прокачал бы, по сути. Нужная тема. Ладно, все, все это образуется, я думаю. Ну вот, открылись у нас ворота с вами. В общем, вы поняли, да, по сути, вот в начале ролика как бы все разъяснил. Под Эльфарном прямо у нас идет одна печь. А если вы уходите налево, получается две печи. Впереди отсутствует клад. Ну, в принципе, да, логично, логично. Ты боже ж ты. А там костер впереди, ребят. Это вот. Типа. А хочешь костер зажечь? Иди, мол, через тех здоровых, да? Хотя там тоже ништяки на болотах, на этих. Хочешь костру? Я не знаю. Я вообще неправильно начал бой. Вот от слова совсем. Можно как-то по одному? Они еще с копьями. В общем, ну такие. Так, первый есть. Нет. Еще нет. Первый еще нет. Так, давай следующего. Ну ты задымил все это. Фу. Окей. Да, арбалет я выбивал, кстати, с лотрика, еще на высокой стене лотрика. Он у меня бьет молниями. Это он залип, короче, на месте. Ну и хорошо. Я здесь. Смотрите какой, да? Прям непрошибаемый. Так, все, отлично, друзья. Пошли мы с вами к костру. На что я очень сильно надеюсь. Опять же, там еще. Какой прыжок помочь? Может, говорит, помочь прыжок. Удачи. Браво. Почему вся эта соль? Тут они предупреждают. Отдохнуть, конечно. Давай посидим. Посидим, заправимся. У нас типа летсплей. Слушайте, а тут можно и фармить так-то. Не. Взял, пострелял, пофармил. Ладно, едем дальше, едем. Будем останавливаться. Да будет победа. А, ну там типа стопудов босецкие. Ну как бы с босецким-то мне точно рановато. Смотрите, там какой прям сгусток этих... Явок или кто они там? Ну да, пиявки эти. Ладно, пофигу. Так, это что у нас за бесы там водятся? Короче, крабы даже здесь есть. Вот здесь, кстати, против краба, я не знаю вообще, как будет, ну, стоит биться.
Это я тебя, да, ударил, я. Ты кто? Так вот, ребят, мы будем проходить, я думаю, ну, в том плане до поры до времени, потому что это все. Все опасно здесь прям. Ну, сами видите, да? Нифига себе. Нифига вас там, друзья, плющит. Да ладно, 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 я пошутил. Вроде как минусанул. А их там много, реально. Этой желчи. Да куда ж ты бьешь-то? Ну, Мишаня, ну, ты развернись ты. Окей. Мне просто интересно, что они там на самом деле охраняют. Чего ты там делаешь? Чего ты там делаешь? В стенку упираешься? Ну, это нормальное явление. Так, тут у нас что? Горячий оскол кости. Неплохо. Плохо на самом деле. Так, ну вот смотрите, у нас есть преимущество, да? В том, что мы затушили три пламени. Одно пламя мы в каких-то предыдущих сериях. Ну и здесь у меня как бы кусочки получилось, да, показать, где эти печи находятся. В принципе, где этот босс вот. Или что это такое, я не знаю. Короче, куда-то врата открыты. Мы можем пойти в врата, а можем немного здесь пошнырять. В том плане то, что... Вот, кикимора опять же какая-то. Знаешь, что с этой кикиморой делать? Там далее кикимора. Можно, кстати, залезть. Видите, да, какая-то... Лестница ведущая в неизвестном направлении. Под мостом вон там ништяки всякие. Так, ладно. Отравление я получил. Так. Меч трава волчьей крови. Смотрите-ка. Слушайте, а можно почитать немного, что за меч трава? Свидетельство, что сторожевой пес Фарана исполнен долг. Знак того, что сторожевой пес Фарана... То сторожевой пес Фарана, что служит старому волку, исполнит свой долг и... Берег покой мертвых. Выглядит как лист меч травы, запятнанный кровью. Когда-то давно листья меч травы служили отличием, знаком воинов легиона нежити. В гнилом лесу нашли покой души воинов прошлого. Этот скромный листок выражает их благодарность стражам. А, что-то такое уже было. Типа там ПВП, все дела. И там кто-то вторгался в мой мир. Кто-то там про пса говорилось. Будь у меня спиртное. Впереди бог. Слава, суп. Талисман солнца. Как интересно. Талисман солнца. Если это не какой-то предмет, в плане который я смогу использовать. Железная плоть усилит поглощение, сопротивляемость, но увеличит вес. Я думаю, что это надо хранительнице огня отдать. Где он есть-то? Что за талисман солнца? Может быть, это как-то в предметах и снаряжении? А, да-да-да. Правильно, талисман солнца. Необходимая молитва. Что там с молитвами, в общем? Ставим в одну руку и молимся. Так, хорошо, давайте мы с вами поднимемся. Все-таки по этой лестнице. Мне интересно самому посмотреть.
как бы по правилам, да, но обычно там всякие игрушки досконально, каждый проходит свою локацию. Ну, в принципе, мне тоже хотелось пройти досконально. Где-то там походить, тут побродить. Вот с этими болотами. Я еще в тяжелых доспехах, боже ты мой. Еле двигаюсь. Так, там подъем наверх. Давайте обойдем. Погнем. Хороший вид, хороший. И тут то же самое, да? То есть подъем наверх. Знаете, кого я вижу? Да, вы правильно подумали. Это ящерица, которая дает титаниты, там, чешуйку. Нет, ничего. Алло, здравствуйте. Может помочь атаковать? Опа, ты глянь. Пепел мечтателя. Да, давай поставим оценку. Так, а что за пепел мечтателя? Инвентарь. Этот служанка в храме создаст новые предметы. А, это вот этой бабульки, в общем-то, я так полагаю. Который прям сразу вот перед кузнецом стоит. Смотрите, какой песик-то. Эх, песик, здорово. Ты не против, если я зажгу костер? Благодарю. Молиться старому волку Фарана. Давай помолимся. Этикет легиона. Попроситься в ковенант. Вступить в ковенант. Слушайте, я, наверное, не буду на самом деле. А хотя давайте, почему бы нет? Да. А, сторожевые псы Фарана. Открыто достижение. Ну, вы видите, да, все. Вы получили покровительство Ковенанта. Дать меч трава волчьей крови. Да у меня один. Типа, держи. Преданность Ковенанту стала глубже. О! Песи. А ну-ка, инвентарь. Нет, не инвентарь, по-моему, снаряжение. Да, заключить Ковенант со сторожевыми псами Фарана. Древний медальон в форме герба с волком символизирует соглашение со старым волком Фарана. Наденьте его, чтобы заключить ковенант со сторожевыми псами Фарана. Сторожевые псы охраняют покой спящих воинов, принимая форму верных духов и преследуя тех, кто забредет в леса Фарана. Если медальон надет, вызов происходит автоматически. Ну, как бы... Осторожно, говорит, дыра. Чё, куда дыра-то? Наверх едем. Так, вроде тут не надо нигде прыгать. Как помните, да, на лифте-то? Когда демона мы убивали. Ну вот это, конечно, куда-то я тут. Это что еще за чудо-юдо? Вы посмотрите, там какая. Там очень много ништяков, ребята. Я, друзья. Так, а давайте мы сейчас прикинем. Сейчас, секунду. Так, впереди обход. Нет, я пока не пойду туда. Так, у нас костер тут есть. По сути, есть костер, да. То есть мы можем с вами попробовать вот это вот. Даже без понятия, кто это. Потом, конечно, я напишу это все. Ну, типа, рубануть, что ли, его. Как против тебя там биться-то? Уходи на честный бой. Эй.
Может, ему как бы вообще все равно на мои стрелы? Интересно, с какой попытки все-таки я убью? Да знаете что? Сейчас снаряжение, пока уберу арбалет. Я тебя понял. Я вот ничего не вижу за твоей жопой. Я тебе так скажу. Короче, рубим с двух рук. Вот это было сейчас хорошо, хорошо. Понял, с двух рук не рубим. Чё-то какая-то жижа по мне пошла. Подожди, подожди, братюня, братюня. Ах ты. Твою же налево. Прыгай, 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 прыгай. Братюня, братюня. Нет, 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 нет. Банка, банка. Банка, банка, последняя банка. Нет, что ты сделал? Что ты сделал? Отпусти меня, животное. Я погиб. Друзья, я был близок. В общем, смысл в том, что... Ну, это была первая попытка моя, да? Смысл в том, что не надо от него, в общем-то, отходить. То есть, как бы надо держаться у него позади, что ли, вокруг него. Ладно, ничего, ничего, сейчас мы тебя под орех сделаем. Так, я сейчас траву еще накину. Так, угля у меня нету, к сожалению. Ну, ничего страшного. Хотя я могу вот этим еще заточить, типа, свой меч. Гнилой смолой. Якобы будет отравление. Вот как только вы расстояние с ним, дистанцию, да, разрываете, так все, начинает вас просто... Ну, увидели все сами. По сути. Я пока помолчу в плане того, что я лучше сосредоточусь. Дай банку выпить. Не, все равно он хвостом отбивается. К сожалению. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Yes. Душа заблудшего демона. Да, да, да. Кнопочки прям щелкают. К сожалению, прям волнение. Так, мы получаем с вами угля. Так, угля надо закупить. Большой топор. Че угля? Ну, кстати, можно использовать один. Пускай будет. Так, одну секундочку. Так, простите, тут отвлекся. А, теперь надо пойти. Кстати, я свою душу не забрал нифига, начал с ним биться. Берзила только ха, это потеря выносливости.
А, ну типа да. Ну, то есть тупо бегаешь, бегаешь, бьешь, бьешь. Так, сюда мы с вами не спустимся. Ну и, наверное, не надо. А, кстати, что за большой топор? Инвентарь. Снаряжение-то есть какое-то? Видимо, вот этот большой топор, который, ух, прям. Он обычный большой топор, дает боевой клич, у него бонус от характеристик D и E, а требования к характеристикам 32 сила. Он как бы ничего не дает, у него большая физическая атака, насколько вы видите, ну и вес очень много. Большой топор больше похож на кусок чугуна. Если у вас хватит силы, чтобы поднять это оружие, то вам хватит одного взмаха, чтобы опрокинуть противника на землю. Благодарю. Так, а вон они мои души, кстати. Ну вот босс... Не, босс правда не сложно, как бы вот на первый раз. Чисто вот не надо с ним дистанцию разрывать. А иначе он вас заклюет. Слушайте-ка. Видите, там кто-то стоит. А вы ведь его помните, да, где мы пилигрим это брали? Это вот тот самый мост. По-моему, это вот отсюда-то как раз-таки и надо проходить. Да? Сейчас с вами это и проверим как раз. Аккуратненько, аккуратненько. Там кто-то дышит. Дай-ка я зачарую. Еще не хватало здесь слиться. Кто тут? Кто тут? Помните, когда, да, пилигрим убрали? Вон с той стороны. Вон они не стоят, он там пилигрим, которого он потом в итоге уровни накидывает. Тут, кстати, ящерицы вижу. Причем две. И вот этот дракон валяется. Я еще такой думаю. Тут три ящерицы, друзья. Драконий гербовый щит. Ящерица закопалась. Серьезно, я профанерил ящерицу. Большой осколок титанита. Громовое копье. Да как же так-то? А, надо было атаковать, чтобы не пряталась. Ну, ладно, неаккуратно. А, вон она, кстати. Не? И эта ящерица ушла. Я не знаю, вылезут они где-то еще, нет? Короче, вот типа я ракушка, да? Впереди лжец. Что за лжец? Слушайте, я вот с вами взял и ящериц профукал. Не, они то чтобы расстроены, но вот это вот, что это такое вот опять? Не, ну я понимаю автофокус, но, блин, неудобно немного, когда вы на ту цель, на которую надо. Так, давайте к воротам подойдем, посмотрим. Я надеюсь, что они вылезут, эти ящерицы. А может быть после костра, типа, можно сюда подняться. Знаете, как отдохнуть у костра и потом, типа, подойти, они появятся. Я же их не убил, просто спугнул, получается. Если бы я их бил бы. Ладно, проверим, проверим. Кто такой? Кто? Большая черепаха. Ну, это пилигрим. И он, типа, поклонялся этому... Басецкому. Обидно, досадно. То, что пропустил ящериц. Ну ладно. Так. А тут он не получится, да, пройти? Да, не получится. Я еще и разбился при этом. Ну, собственно говоря, в общем, вы поняли, да? Вот через цитадель Фарена вы можете пройти к этому дракону уже непосредственно.
и получить тут какие-то ништяки. Но как бы советую все-таки сразу атаковать. А иначе это какая-то дилиберда. Так, мы сейчас с вами глянем, что я получил за щит. И этот щиточек. И он есть-то что-то там дракона. Вот этот вот. Драконий гербовый щит. Слушайте, а он, кстати, даже мне может подойти вполне. В общем, сравниваем, да? Мой щит весит больше. Требования силы надо. У драконьего гербового щита прочности больше, веса меньше. Меньше у него устойчивости. Устойчивость не пойму, а что. Ну, то есть от магии у него больше защита, от огня больше, от молнии мы страдаем, от тьмы побольше. И устойчивости что-то как-то поменьше. Устойчивость, наверное, какой-то самой... Нет, это не магия, это просто устойчивость. В общем, я не прочь его поставить. Не к тому, что говорю, щит рыцаря Лотрика хуже. У него устойчивость, у него как бы более сбалансированы такие показатели. Но то, что вот у него веса поболее, это вот печально. Да, я, наверное, все-таки поставлю. Физическое поглощение такое же. Я думаю, что это будет нормально. Так, что-то там я еще набрал. У меня, кстати, еще есть дубина с какой-то серии, когда я там двух охранников бил. Типа с кровотечением дает бонус от силы. Весит побольше. Ну, на единичку. Весит побольше, да. Прочности слабовато. Так, полетели мы с вами все-таки. Где наша косточка? Храм огня. Костер я нажал вроде, да? Храм огня надо полететь. Отдать этот весь пепел. Посмотреть вообще, что к чему. Не, храм огня нажал. Щиток-то неплохой, да, такой смотрится. Сколько у тебя до уровня? Повысить уровень. Сколько стоит? Типа немножко мне не хватает, да? А у меня там, кстати, есть... Я скажу, я тут большие какие-то души собирал. Вот большая душа безымянного солдата. Давай одну используем. Сколько она? 3000. Ничего себе. А если еще? Надо типа сейчас как-то, знаете, да что ж такое? Как-то закупиться типа того. Купиться мне углем надо. Так, давай, бабуль, с тобой поговорим. А вот и ты, чем могу быть полезным. Передаю тебе пепел. Что за дрянной пепел у тебя с собой? Это пепел глупца. От него не будет ни толики пользы. Где тебе попалось такое? Ну же, расскажи. Я хоть посмеюсь. Рассказать, а где вы нашли пепел? Ясно, понятно. Жалкое утешение цепляться за призрачные мечты в этом умирающем мире. Да, это наверняка пепел настоящего дурака. Ты же не будешь с этим спорить? Да ладно, я чё буду спорить с тобой? А, скрытое благословление. Вот в начале игры тоже такое есть, типа... Такая тема, я взял такую бутылочку. Не стоило ее брать. Там надо было мне брать кольцо на увеличение ХП, там, либо монетки там на какие-то поиски. Я не знаю, в общем, что-то полезное, но точно не бутылочку. Так, тут уголь у нее по 2,5, там, по-моему, где-то дешевле должно быть. Густок смолы. А, смола, типа, это на оружие. Как бы вот то, что я делаю магии, только это оружие затачивать. Кстати, вот есть лук. Ставной лук. У него получается физическая атака, дальность. В общем-то неплохо. Я хотел очень сильно лук купить, но против того. Вот, увеличивает максимальное здоровье.
То есть, типа, ту виверну на стене прогнать. Мне стрел не хватает с арбалета все это дело делать. Так, ну, давайте посмотрим. Да-да, хорошо, я уже понял. Посмотрим, что может быть здесь. Крепить флягу. Нет у меня. Крепить оружие. Могу ли я какое-то укрепить оружие? Арбалет я не могу укрепить. Я бы с удовольствием, наверное, укрепил. И типа, вот оно. Тяжелый меч Лотрика плюс 2, а грубый длинный меч плюс 3. То есть, как бы, а если я закалю этот стандартный меч? Можно закалить-то его? Да, можно закалить. То есть, сделать ему, типа, статус вот от силы, от ловкости урон. От огня поднять. А, магии прибавится даже. Смотрите, кристаллический самоцвет. Типа, сделал урон от магии. Нет, я не хочу никакой магии. Потому что если я сейчас прибавлю какой-то статус, помимо бонуса, характеристикам, я думаю, что я не смогу его вообще зачаровывать. Ни с молами, ни всем остальным. Так. А вот этот, если щит Лотрика, то есть меч. Слушайте, а грубый самоцвет? Что дает грубый самоцвет? Вот даже если я сейчас меч Лотрика сделаю... Будет 171 грубым самоцветом. Непонятно. В общем, типа прибавится урон, но... От чего? К чему? Ладно, покуда не буду я это делать. Давайте с вами подойдем ко всем. Укрепить пламя пироманта, изучить. Нет. Тут мне ничего не надо. Это тот маг самый, изучить чары. Так, нет. Там что-то хранительница огня было сказано. Да, чемпион, купить чудеса, изучить. Нет, ничего не надо. Возвращает последнюю кастрюлю в храм. Вот, кстати, прикольная. Но у меня одна ячейка. Я вот, к сожалению, не могу таскать. Сейчас, секунду, друзья. Так, простите, друзья, тут отвлекли. Какой-то там что-то передать. А, вот этот, кстати, Гаврик. О, здравствуй, да. Слушай, ты пойдешь что-то там грабить? Давай. Давай, давай, все. У нее нет ничего интересного. Нет, у нее есть интересное. То есть у нее есть стрелы для арбалета, совершенно немного другие. То есть там есть... Сейчас я вам покажу. Но я уже вижу, что лук... У него, то есть, продается обычный болт, а есть деревянный болт. Деревянный, по-моему, бабульке, которому пепел передали. А у этого разбойника, скажем, у него вот обычные. Кстати, кольца вот... Может быть, вот это кольцо мне на увеличение здоровья там поставить, прикупить, а? Поглощать при низком ХП, там, бла-бла-бла. Я тоже, да, ничего нельзя такого-то. Позволяет принять облик фантома. Помогает фантому выглядеть человеком. Не знаю, для чего это. Давайте-ка прикинем, сколько, если я возьму колечко, вот ради интереса, примерю. А, так я угля и не посмотрел. Ну ладно. У тебя есть уголь? Можно я у тебя угля приобрету? И увеличит максимальное здоровье. Да, я понимаю, что может быть это... Кольцо не такое прям важное, но все-таки я хочу померить. Так, УЗ у меня 117, да, получается. Очков здоровья. Теперь заходим в инвентарь. Нет, снаряжение. И ставим... Так, нет, не атака огнем, где же она? Вот она.
И ставим его. И идем в статус. 765. Ну, то есть где-то на полтинник прибавляет. А насколько там идет поглощение при низком уровне здоровья, я что-то ни хрена не понимаю. Так, ну что по факту-то? Что мы сделали с вами, что мы не сделали? Душа ворда из холодной долины. Свидетельство верности. А куда вот это все, может быть, отдать? Нет. Душа гниющего великого дерева. Блока кристальных чар. Давайте еще тогда... Хорошо, а где он сидит-то? Вон он, по-моему. Еще к этим друзьям подойдем. Чего не сказал особого. Гигант Йорм. Подождите, а гигант Йорм? Хранитель бездны? А теперь нападай и грабь. Он ничего тоже нового не говорит. Отрик. То есть типа того, я к чему говорю-то? Может тут как-то надо взаимодействовать эти троны-то? Ладно, это я потом. Информация, может, подкуюсь. Вот к этому, может, товарищи, давайте подойдем. Да, вот и ты, как и должно быть. Ну как, у тебя есть для меня оскверненные души? Кто-то тут. Душа заблудшего демона. Изо рта вылетает каменный валун. Это получается вот аналогичное, типа, кого сейчас убивал, он такое делал. То есть камнями такой кидал в тебя. Причем неплохой урон получается. Вот неплохая, да, большая, большой молот дробящий. Обморожение 110, жесть. 500, не, мне не надо копиться. Устанавливает ОЗ при успешных атаках, увеличит максимальную нагрузку. Подожди, как это? Подожди, что за нагрузка? Показать информацию. Кольцо для рыцаря, который обожает тяжелое снаряжение, увеличит максимальный вес, который можно поднять. А, кольцо названо в честь Хавила Скалы, боевого товарища Гвинта, первого повелителя искусства войны с тех времен. А я-то думаю, где же мне тебя приобрести-то? Ну, не, ну честное слово. Я там типа заморачиваюсь, типа доспехи Лотрика, все дела, бла-бла-бла. А тут далеко ходить не надо, у тебя все есть. Увеличит скорость восстановления выносливости. Максимальное здоровье. Павшие враги приносят больше душ. Увеличит УЗ, восстанавливаем флягой Эстуса. Что мы тут сменим? Я думаю, что, конечно, максимально там 50 здоровья, да, получается. Максимально увеличивает нагрузку. Попробуем поставить, ну-ка. И пах... Да, у нас вес снаряжения на 80. Одну единицу стал, ну. Помогло тебе это? Не, ну как бы помогло, но все равно, как мешок с костями. Раз, два. Не совсем помогает. Я вам так скажу. Так, ладно, я сейчас по амуниции пробегусь. Давайте, друзья, будем с вами прощаться. В принципе, неплохая серия вышла. И попомирал я много, и Басецкого убил, и три пламени затушил. Там еще дорога дальше идет, по сути. Надо будет разобраться, что к чему там. А вам хорошего настроения. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.